снял в начале пути на Доверлу. Вот такой лагерь. Собираются туристы. Дорожка будет вот туда. Продолжаем подъем. Добрались уже до горы Йомайо, так называемой. Сейчас покажу ее. Наша группа. Вот он, Йомайо. Продолжаем путь. Подъем вверх. Ну как, тяжело? Нет, пока нет. Ну как, заросли можжевельника. Вот там вот идет группа наша. Ну подождем. Зачем? Немного. Красиво. Здесь вид на горы открывается. Колоссальный. Кайфово. Наш путь лежит сюда, в гору. Приблизились к водопаду. Он высотой 80 метров. Красиво. Сейчас я скоро утону. Все, ну что, подходим к горе Йомайо. Да, можешь показать ее вершину, пока вы не... Вот она, вот там вверху, тропинка там вдалеке. Вот туда на вершину идти. Так, зрелище, конечно, открывается красивое. Мы, которые спортивные, и вон люди, которые среднеспортивные. Да. Вот это вот за нами идет вся наша группа. Вон два последних. А, вон только появились. Гид наш, видишь, вон он стоит ждет. Да, да, да. Ну, если хочу сказать, в конце идут те, которые курили. На середине подъема горы. Детишки лезут за нами. Ать. Лена. Поколочка. Кое-где брызжет дождик, да? Мы почти забрались на первую горку. Высоко здесь. Мы же над водопадом находимся, на уровне облаков практически. Там надо идти вверх, там где облако, рядом ясное небо. Прикольно. Вот мы на первой высоте. Вверху облако. Нам идти туда.
красиво, да? Да, вообще классно. Зрелище, конечно, завораживает. Вот мы уже почти поднялись на вершину. Лене звонили по телефону. Слушай, это хорошая связь. Прям пошло-пошло. Вот облака уже под нами. Красиво. Справа полностью облако. Вот. А вершина где-то вот там. Кайфово. Вот Лена уже поднимается к вершине. Вот. Самый подъем уже. А тут заканчиваются два маршрута, синий и зеленый. И вот она. Говерла. Вершина. Мы в облаках находимся. Вот так вот на вершине мы в облаке. Вокруг ничего не видно. Крест такой. Или нам мандрует. Наконец-то. О, сумасшедшие люди появились. Вот такая самая высокая вершина Украины. Все, мы добрались. Вот мы уже спускаемся. Возвращаемся к этому флагу. И тут такое движение облаков. Леночка, как спускаться? Легче, чем подниматься? Мне тяжелее. Тяжелее? Да. А мне легче намного. Вот, люди все вверх еще идут. А мы уже вниз. Повезло нам, что дождя не было на вершине. И на начале спуска. Дальше посмотрим. Да? Да. Ну, с палочками лучше идти? Всем рекомендуем. Идете на Говерлу, возьмите палочки. 100 гривен залог, 30 гривен прокат. Вот, как бы недорого. Две палочки. Две палочки, обязательно. Как будто бы идешь на четырех костях, а не на двух. Удобнее намного. Все, пошли мы вниз. Узкий у нас просто очень красивый вид. Кайфово. Под нами облако и вершина Говерлы. Ну вот мы уже почти спустились с Говерлы, осталось идти 20 минут. Вот такой яр водой вымыло, ручей горный. Все так-так. Смореки такие. Вон бывают цветочки красивые. Так. И галявины полонины квиточками.
Ну как тебе поход на Говерду? Понравилось? Природа устала? Вообще бесподобная. Да, подустала. Прям целая полянка желтых цветов. Но оно того стоило? Ну, разок можно. Хорошо, что не было дождя. И хорошая была погода. Погода нам повезло.